Всем рок. Меня зовут Александр, и добро пожаловать обратно в Half-Life Alyx. И, друзья, как вы помните, нам сегодня предстоит познакомиться вот с этими замечательными созданиями. Что ж, не будем заставлять их ждать. Давай посмотрим, что у нас с патронами. С патронами у нас все отлично. По крайней мере, пока что. Бочки, здрасте. Неплохо так. Так, дай-ка я только себе погромче сделаю. Вот так вот. О, господи. Чуть не убился. Смолишка пригодится. Так, братан, есть что-нибудь? Патрошки есть? Не, жаль. Так, хорошо. Блин, минус один патрон. Вот мне, кстати, интересно. Ну-ка, дай-ка проверим эту теорию. А, только полные магазины. Такое ощущение, что я это уже проверял, но я не помню. Это было бы удобно, так сказать. Так-так, здрасте. Тихо. Блин. Патронов на вас не напасешься. Хорошо жахнуло. Отлично. Блин, гравипушки не хватает против них. Капец, патроны улетают. Так, давай-ка на одиночный режим, потому что иначе просто не хватит. Сколько у нас сейчас? Жесть. Давай пока автомат возьмем. Точнее, ППшку. А то реально патронов просто не напасешься. Так, тут вроде ничего нет. Тут вроде бы тоже. Окей. Ну, в принципе, все довольно-таки неплохо. Могло быть хуже. Так, здоровье полное. Братан! Знаешь, есть кино «Спасти рядового Райана», а у нас вот «Спасти рядовую личинку». Отдыхай. Ух, старый я стал. Здрасте. Ага. Замечательно. Гранатку бы. У меня есть другой план. Братюнь, иди сюда. А, у тебя есть такая штучка. Отлично. Я хотел баллон взорвать просто. В принципе, тоже вариант. Кажись нам туда. Так. Давай, иди сюда. Давай, выпрыгивай. Выпрыгивай, выпрыгивай, тварь. Ну, давай. Ты справишься, я в тебя верю. Ну, давай. Я здесь. Давай, прыгай. Ну, давай, дурачок. Ну, ты давай, сможешь, сможешь же, ну. Хорош? Оу! Живучая падла. Охренеть. Вот живучая тварь, однако. Здрасте. Как ваше ничего? Хорошо все, да? Вроде ничего нет. Там вроде бы тоже. О, а это я возьму. Ладненько, поехали дальше. Милое местечко, ничего не скажешь. Ох, блин. Hey, any news on the data pod?
Your dad's head's down. He's working on it. He's got to be close. Great. Окей. Есть у меня такое подозрение. Нас здесь ждут. Так, а там мы ничего не упустили? Ага, мы можем сюда пройти тоже, да? О, понятно. Утро доброе. Вам бы сейчас гранатку сюда, да? Серьезно? Окей. Не, респиратор отдай. Хорошо. Нет гранаток, не? А вот это что? Ключи у него. Или у нее. Неважно. Ладно, пойдем тем путем пройдем. Спокуха. Без паники. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут. Здрасте. Опачки. То, что доктор прописал. Так, ребят, ну чё, кто голодный? Держи. Ой, хорошо. Ой, шикарно. Ой, почти идеально. Только одна тварь осталась. Здрасте. Вопрос, а мне ваш ключик пригодится, нет? Походу, нет. Связка даже целая ключей. Вроде больше ничего нет. Так, а туда нам и не надо. Так. Милота-то какая. Ладненько, пойдем. Кто-то говорил, что ее пощекотать надо как-то. Я не знаю, как ее щекотать, если честно. Держи. Хорош. Как тебе пощекотать? Может так? Не? Хрен знает, ребят, проще выхватить. Держи. Оу, ты выжил. Хорош. Есть что полезное-то хоть? Не, похоже, что нету. А жаль.
А, подожди-ка. Как это нету, когда есть? 7 единиц. Ну, мы почти все оружие уже качнули. Ну, по большей части. Остался только гранатомет и дробовик. По факту. Из таких вот прям нужных вещей. А остальное все уже такое, второстепенное. Так-так. Не нравится мне вот этот коридорчик. Ну, пойдем пока туда. Здесь осмотримся. Опа. Опа. Упс, перекинул. Так. Держи. Да что ж ты... Ой, что за лагуньки-то такие, а? Что так залагало? Воу-в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 оу
думаю, это какой-то баг, потому что, видишь, я его убил, и все нормально стало. Жесть. Как неприятно. Такой ответственный момент еще. Вот меня это смущает. На 38-100 лагать вообще не должно. Да, у меня, конечно, супер сэмплинг, все дела, но, блин. Не должно быть так. Ну, стекло не бьется, серьезно. Я застрял. Так, ладно, давай сюда. О, Кинг-Конг жив. Do you think a head crack could turn a gorilla into a zombie? Honestly, if there's a gorilla on the loose, I'm not sure a head crab's gonna make it much worse. Да, логично. Так. Да что? Куда вы мне столько аптечек-то суете? Мне их девать уже некуда. Патроны только нужны. Ну ладно, пошли. Так, здесь больше ничего полезного нет? Я ничего не вижу. Ладно. Давай, взрывайся уже. Опасно. They must have been terrified of this thing. I'm trying to figure out whether we ought to be. Интересненько. Очень-очень интересненько. Супер, на русском? Я только сейчас понял. Ха, реально на русском. Блин, прикольно. Возьму, пожалуй. Здрасте. Есть кто дома?
Так, а где я? А, понял. Как обычно, закружился. О, хэдкрабик. Чувак, здорово. Милота-то какая, а? Пальмовый вор написано. Ой-ой-ой, ты куда полез-то там? Эй-эй, братан, вернись назад. Вот зараза, в вентиляцию уполз. Любопытненько. Докину, интересно, не? Ладно, не докину, скорее всего. Okay. Так, там ничего не упустили? Я ничего не вижу. А тут? А, отсюда мы пришли. О! Так, ну... Неплохо. Ладненько. Идем потихонечку дальше. Аккуратно, не спеша. Тут много. Так, парни, собирайтесь здесь. Давай, давай, давай. Оу. Хорош. Ух. Вот из-за медленных поворотов, так сказать. То есть, если поворачивать с корпусом, конечно, удобно. О. Но я тогда боюсь в проводах запутаться и удариться обо что-то. Из-за этого крутишься стиком. И это медленно, естественно. О. Спасибо. Так, ну для пистолета патронов мы нормально налутали уже. Хорошо, как. Можно сюда? Здрасте. Есть кто дома? Опа. Опачки. Фига себе. Вы же мертвые, надеюсь? Он на жизнеобеспечении, что ли, был? Интересно, как... Естественно. О, черт, я не выйду тут. Письма не пришли. Какой ужас. Так, здесь ничего? Ничего. Хорошо.
очень-очень хорошо. Как дела? Хорошо? Отлично? Это радует. Какой-то туман неприятный такой. Ты же мертв? Ага. Опа. Они не активные, что ли? А. Здрасте. Так, аккуратно. Ха-ха. Подожди-ка, я сейчас мины активирую тут. Так, вот это отключим. Теперь повернем. О, хорош. Найс. Здорово, бро. Чё как? На, наслаждайся видом. Так, мужик, есть чё? Ты типа прикорнуть сел, да? И помер тут, да? Вот ты лошара. Так, ладно, больше ничего нет, видимо. Фух. Ну-ка, где я? Хорошо. Что-то, кстати, муравьиные львы особо-то и не нападали даже на нас. Я думал, их будет больше прям. Как во второй части. Прям пакованы будут. О-о. Ну, конечно. Ты типа умный, да, самый? Зараза. Гранату жалко вообще-то. Так. Оу. Оу. Класс. Вот так вот. Тихо. 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 Тихо, не падай. Да чтоб тебя. Короче, мне кажется, это пригодится. Prison. What now? Wait, Dad, what? It's not a vault. It's a prison. They didn't build it to keep us out. They're trying to keep something in. Keep what in? I don't know. I'm not sure if this data part even knows. But they got something trapped in there. Whoa. Okay. So if it's not a weapon, are we still doing this? The way I see it, whatever's in there doesn't like the Combine very much. So we got that in common. True. So, are we still doing this? We've come this far. I say we keep going. And if you find out it's something we really shouldn't mess with, we'll call it off. That's my girl. I'll let you know what I find out. Okay, это уже интересно. Так, ладно. Фух. Короче, мимо этой штуки надо просто телепортиться. Такс. Интересненько. Нормально нам патронов выдают. 160 уже. Недурственно.
А, твою мать. Так. У нас мины. Там разбираться, что к чему. Подожди, а где питание? А, вот оно. Так, стопэ. Это куда ведет? Свет. Ага. Угу. Подожди, а что нам это дало? Не очень понял. Отлично, споры. Так, знаешь что? На. Хорош. Что нам это дало? А, зеленый провод. А, зеленый провод. Зеленый провод. Вон он. Интересно. Ох ты ж, черт! Ага. Твою мать. Я думал, вы оба взорвались. Так, хорошо. Синий провод. Дальше идет туда куда-то. Зараза. Откройся. А, блин, я не вижу синий провод. Он куда-то под потолок ушел. Вон он. И туда дальше уходит. Но куда? А можно фонарик? Вот почему нельзя активировать фонарик, а? А, вот он, господи. Хорошо. Стоп, секунду, где я еще раз? А, я полностью развернулся уже. Вот так вот. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Ага. Ага. Интересно, что вот это активирует. О, ты ж чёрт. Повезло. Не понял. Ну-ка, не мешай. Так вот, говорю же, не мешай.
Какие милые кружечки. Центральный зоопарк. С водяркой стоял, главное. Ну, или с пивасиком. Так, а здесь не пройти, да? А здесь не пройти. Окей. Ну что в тебя, пивасик? Пивасик! Что? Да зачем мне залезать куда-то? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Окей. Кстати говоря, годи-ка. Угу. А, помнишь, у нас тут вот эта штука шла, куда она ведет? О! Видишь, нам это надо. Так вот. Ага. Ага. Так, во-первых, патроны есть. Во-вторых, и смотрите телевизор. Телевизор — это дрянь. Смотрите лучше меня. Смотрите лучше ютубчик, ребята. Так. Ага. Ага. Хорошо. Отлично. Великолепно. Хорошо. Оу! Грёбаный телепорт, как я его ненавижу. Ух, вот в такие моменты просто ненавижу этот грёбаный телепорт. Окей. Ну, вот я не хочу телепортироваться, играя, я хочу повернуться, понимаешь? Ух. Опа, опа, опа. О-оу, у нас проблема. Один есть? Хорош. Ну, спасибо за гранатку. Надеюсь, пригодится. Так. Угу. Блин, респиратор вещь прям вручает. Так, так. Здорово, бро. Отдыхай.
Блин, а тут вортигон-то. Можно их как-то освободить, интересно, а? Похоже, что нет. Ладно, может... What the fuck? А чё, не сжимается кулак? Странно. Здесь все нормально. А здесь что-то багулька, видишь? Кстати, уже не первый раз вот такая фигня с рукой происходит. Интересно, чем это связано, с Окулусом непосредственно или с игрой? Опа. Ага. Откровение. О как. Твои откровения будем слушать сегодня, не? Не твои, ну и хрен с тобой. Ладно, поехали. Блин. О, сработало. Good luck trying to lock out someone wielding an Alex. Yeah. Good luck. Ага. Лазерный прицел намного полезнее, чем вот эта вот хренота, через которую целиться просто адски неудобно. Так. Опа. Оу, он уже близко. К этой штуке. О, заработало. Forge just took down the last substation. Oh, let me see. Eli, the Forge just took down the last substation. Brace yourself, Alex. It's gonna come down. Uh-oh. What the? They've activated some sort of emergency backup. They've activated a backup. Tell Alex there's no way that backup is safe. She can shut it down. Your dad says... I heard it. So head towards those beams, right? Right. That's gonna be the backup station. Critical reach. Stand by. Stand by. Whoever's in there is worth it. What's that, Alex? Nothing. I'm on my way. Весело. Пошел к Шонищу прям. Сколько муравьиных львов там. Можно сказать, подмога. Да что ж ты будешь делать, а? Вот это было внезапно, я вам скажу. Черт. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это было архив. Архив внезапно. Я возьму. А, чёрт!
Сработало? Нет, походу, дело не сработало. Я хочу ему в грену выстрелить просто. Не сработало, ну ладно. Ну и потный же ты черт, а? Готов. Фух. Капец, патроны улетели. Зато для автомата полно. Фух. Вот это был экшончик. Блин, я так и не понял, как попасть в гранату. Ну, точнее, это сложно, потому что он двигается постоянно. Я так хотел ему в грену выстрелить, а. Ладно. Так, время подлечиться. Ладно. Не зря гранатки мы экономили. Там? Окей. Ого, там люди. Так, а вы можете потом пообщаться? Ага. Окей. Уф. Что? What the... Алекс! Я умер от соприкосновения со стенкой? Игра, ты смеешься? О боже, смерти в этой игре иногда такие рандомные. Eli, come here. Так, ладно, давай быстрее. А, тут дырка в полу. Look, this guy we've got in there survived Black Mesa. He raised holy hell and then just disappeared. We finally caught him and you're just gonna let him go again? Move the box! Freeman? Survived Black Mesa, then disappeared. Eli, they do have a super weapon. God damn it, Russ, they got Gordon Freeman. Oh, wow. That's good, right? This is very, very good. This is a miracle. All right, so... Let's go save Gordon Freeman. Oh, incoming. Hey, give me a second. Okay.
А? А в смысле? Хорош. Да! Да! Let's go save Gordon Freeman. Oh, incoming. Hey, give me a second. Да, можно было активировать. Ну, ладно. Твою мать. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. I'll be honest, people talk about him a lot, but I always just assumed he was dead. Me too. Hey, Dad? Are you there? Yeah, what's up, Alex? If Gordon survived Black Mesa, where's he been? I don't know, but I bet it's a hell of a story. Да. Я тоже так думаю. Так, как нам отсюда выбраться-то? Мне почему-то туда не хочется, знаете ли. Ладно, поехали. Оу! Какая милота. Отлично. Все, больше ничего нет? Вроде нет. Окей. Так, а мне показалось, да? Да, показалось. Думал, красная бочка есть. Сюда иди. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, идешь? Что такое, боишься? Да иди, иди. О, отлично. Ясно.
хрен мне не патроны, я понял. Так, ладно. What the fuck? Ты что такое? Ясно, понятно. Хорошо. Вот и познакомились, как говорится, да? Да ёлы-палы. Как же раздражает этот эффект, когда слишком близко пододвигаешься препятствию, вот это вот фигня. Окей, куда дальше? Ага. Ага. Тихо, не рыпайся. Ну да, это тупая идея. Так, как нам выбраться? Опа. Как нам выбраться отсюда? Давай попробуем этот рычаг. Ага. Здрасте. Мертв и так был. Поехали. Ю-ху! Once we get Gordon back, we can really get ambitious, don't you think, Russ? Maybe we can take down the Citadel. Well, he saved humanity once. I'm willing to bet he can do it again. And this time he won't have to do it alone. Mm-hmm. Опа. Очень много смолы падать стало. 33 единицы уже. Так. Здорово, братан. Живи. В смысле, ты чё не подыхаешь-то? 3 выстрела в бошку в упор. Как так-то? Пацаны, как так-то? Вы чё такие живучие-то? 3 выстрела в упор из дробовика в голову. Вы охренели? Плохо. Нужна хилка теперь. Не, гусеничку я убивать не буду, даже не просите. Я спасу их всех. Или умру. Что? Ой, да идите нахрен. Да в смысле? Я ничего не трогал. Эти загадки начинают уже раздражать, потому что они утомили.
Ну вот, вот это вот, вот, ну уйдите в жопу. О. Так, ну патроны тоже сойдут. Лучше бы, конечно, аптечки. Но патроны в смысле. Так, вообще у нас все не так хорошо, как хотелось бы. Оу. What do you think they're doing in here? Looks like they're milking the leggies. Бедные ногастики. Так, пойдем наверх потихоньку. Окей. Хорош. О, господи! Ты чё встал-то? Дурачок совсем, что ли? Russ, what do you think they're doing to Gordon Freeman in there? That's a good question. Are they, you know, sucking his brain out? I think they're gonna move him off world. Well, either way, let's not find out. I'll get there before it happens. Хороший план. О, отлично. Так, осталось еще одну хилочку найти где-нибудь, и мы будем на коне. Я не очень хорошо понимаю, как это произошло. Ну да ладно. Оу, шайт. Окей. Отлично. Здорово. Oh, you mean Gordon Freeman's crowbar? Yeah. Oh, Alex, he fought his way out of Black Mesa with nothing but that crowbar. No way. It's true. Well, it's true that that's what they say. You know, nobody knows for sure. Well, when I get him out, let's give him a gun. Yes, not mine. I'm out of the gun lending business. Okay. Okay. Тридцать пять. Неплохо.
36. Хорош. Так-так. Убой. Это было несложно. А, черт! 40 требуется. Отстой. Так, а что у нас осталось-то? Пистолет. Все прокачано полностью. ППшка. Увеличенный магазин. Твою мать. Мне не хватает 4 смолы, и я боюсь, что я в ближайшее время их сейчас здесь не достану, поэтому давай увеличенный магазин тогда. Ого. Now that is upgraded. Неплохо так. Так, а сколько у него теперь? Как тебя зарядить-то? ХЗ. Ладно, разберемся по ходу дела. Может, он теперь дольше заряд держит? Так, а где я? Стоп, где я? Где я? Кто я? Почему я? Господи, вы с моей лучшей половиной разговаривали все это время, да? Какой кошмар. Братан, пойдем, я тебя спасу. Все, кайфуй. Пивасик. Фух. Оу, отлично. Живем, ребят. Живем. И кайфуем. Так. Судя по всему, нам туда. Чувствую, там будет весело. Так. Давай тут закругляться. Я так чувствую, что следующая серия у нас будет финальная. Потому что мы почти добрались. Вот, и судя по всему, да, познакомимся с Гордоном Фриманом. Но уже в следующий раз. На этом, ребят, я с вами прощаюсь. Как и прежде, лучший способ поддержки канала — это лайк, подписка и комментарий. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока!